Приветствую всех, друзья! Вы на канале Чистая река. Это наш, после такой долгой передышки, 35-й рейд. Продолжаем чистить нашу реку. Мотор вчера пришел, и я, да, знаете, даже несмотря вот на такую погоду, мы просто соскучились. Это, во-первых, по воде. Во-вторых, буквально нас сейчас хватит вот только по городу, насколько вот нам тут сообщали. Сейчас проверим места, здесь стоят сети, даже днем. Сейчас это все проверим. О, ну, в общем-то, как проходил этот рейд, вы обязательно смотрите в данном ролике. Давно, наверное, тоже многие, кто нас постоянно смотрят, соскучились, да, посмотреть, что у нас как. Вода в Черемшане достаточно хорошо упала. Сейчас рыбка скатывается в русло, в ямы, и ее выдалбливают браконьеры именно в черте города. И также вот через данное видео хотелось бы обратиться к сотрудникам рыбоохраны. Возьмите, пожалуйста, город под контроль, именно город. Потому что и днем, как говорят, сейчас проверим, насколько нас хватит, потому что погода ужаснейшая, если ветрище, дождь. Вот проверочка. И говорят, и днем, а ночью, ну, как всегда, как обычно. Выгоните всех отсюда, пожалуйста, с города. А мы вам в этом обязательно поможем. В общем, 35-й рейд, холод, дождь. Новый мотор, за который спасибо всем людям, которые поддержали нас копеечкой, которые поддержали нас добрым словом. Кто чем мог, кто-то 100 рублей, кто-то 1000, кто-то 500, кто-то 5. А кто-то, наверное, больше. Спасибо всем. В общем, обкатку мотора продолжаем. И чтобы эта обкатка не была просто обкаткой и тратой бензина, заодно чистим реку. 35-й общественный рейд. Поехали! Отходя от кассы. Тяжелее он Сузука или нет? Отцепил и... Воу, не, ушел ее. Вот она, рыба. Вот она, рыба моей мечты. Что, перебил, да, походу, он русло? Вот, и чуть-чуть еще. А сильно каплит? Нет, нет. Нет вообще как. Вот, в общем-то, и первое, наверное, доказательство того, что без нас никуда. Без нас никуда. А? Без нас никуда, говорю. Первое доказательство. Ну, он даже это взял. Едем дальше. Так же. Помню.
Алексей. Ну за ветром, за ней сейчас заебать. Все, снимаю. Карасик! Пошел. Кто-то ушел. Все, пока только Алешки, больше никого. Почему-то. Да, а, карасик. По-моему, он туда перебил нахуй все русло, братан. Извиняюсь, понятно, за выражение. Это дяденька в пятнистой форме. По все время матерится. Ветры, конечно, не посышь. Человеком держится за сеть, как будто его сеть. Что, ты и этот? Ты и все? Все, Нань, братан. Погнали. Вот, все. Разогретый сразу. Ну, понятно, ёпта. Первую сетюху сняли. Сколько-то лещей видели, отпустили. Сколько убили. Сейчас всю эту территорию дальше посмотрим. В общем, район порта далеко не отсюда. Вот она. Камера потеет, блядь. Палочка. Маленький. Вон маленький сазантре. Вот он. Домой. Поплавай пока, к федеристам не плавай в ту сторону. Поживи чуть-чуть. Заворожил. Жерешочек у нас вот такой вот в городе. Смотри, ну трешка, да? Около этого. Я его поближе сниму. Смотри, красавчик какой. Вот город, порт. Смотрите. Ё, вода нужна. Ребята, вот он, ребят, итог вот этой долгой, длительной работы, да, когда рыбе давали здесь и проход, насколько могли, да, и давали ход в нерестилище, давали отнереститься, да, хотя бы дневное время суток перебивали, хотя и ночное время перебивали, когда в ночь ходили. Вот он, итог, у нас Астрахань здесь скоро будет. Жаль их, сколько тут, ну, блин, не маленький, жаль их, и это в черта города, ну и красавчик, живи.
Погода вот, короче, сегодня вообще такая, ну реально, реально решили проверить и слова всех людей, как видим, да, что там. И днем ставит без нашего этого, дали тут. А то обычно дни-то гнилое время суток оставляю. Да. Пески прошли, обогнули сейчас уездной, этой стороной и в город. Вниз не пойдем, там, наверное, волна побольше. Проходим здесь, посмотрим. Пока две сетки. И да, старое говно появилось. Нашли. Фух, подальше от ветра там ветрище. Тут и все-таки деревья защищают. Деревья защищают. Маленько. Все, пьем горячий чай с ягодно-малиновым вареньем, чтоб не заболеть. И пьем дальше. Ракововки, не знаю, сейчас груз отрезали. Кое-как она заильная была. Фух. Какое чело пустает. Развязанная? Ой, что? Пойдет с одной? О, она вам порвана, ее кто-то вырезал. Как он подвозь, они любят таким делом заниматься. Ладно, едем дальше. Так, это бэнда. Сыпанули. Еще раковок. Удаляем их для комфортной рыбалки. Там тухляка. Удаляем, чтобы комфортно можно было тут и рыбакам поджиговать. Ну и соответственно. Полная тухляка, соответственно, чтобы раки что сейчас там будут, отпустим. Сначала опустим, потом отпустим. Жечь мы, соответственно, это сегодня ничего не будем. Точнее, жечь именно, да. Сейчас пока дорогой будем ехать. Напарник у меня будет их резать. Сейчас, фу, вы не представляете, какой запах вот от этого тухляка, что здесь. В общем, мы сейчас я порежем, а мусорку отвезем на Зайке, что ли, там самое ближайшее. Один тухляк, ну, видно, свежевыбратая. Один тухляк. Один тухляк, причем что там в мешочках что-то, блядь. Ну, вот бэнды уже на старицу выходим, форт другая сторона, едем в сторону верха, ну наверх мы сильно туда, все, погода вообще дебильная. Город Старец, это там вроде порта также, город. Сетюк поймали. Мелкокалиберная. Видно,
Like a train convict, come again, choo-choo. Like a locomotive, on the main, choo-choo. The pleasure style, what are the use, blood and brain, choo-choo. Pop over the chest, and I'm sound dead again. Поверни дальше! Холодно, правда, мокро. А премию за это надо. Хотя бы лекарство отлично. Зайка. Сеть. Что-то нижний вес куда-то пропал уже. Сеть. В городе сеть. Что-то у тебя, что-то походу кто-то его мотором долбанул. Продолжу я, связка вторая тут пошла. Ой, зайка, напротив, задача отдых садового товарищества. Еще роколовочки вот с одной сейчас сняли. Кто потерял, поролоночка, джик на 14, кто-то уже оборвал. Мы за вас, так сказать, отомстили. Это в городе свежевыбратые, да, все? Раз, два, третий. Это мы сейчас, у нас уже 5 сетей, все рабочие, а одна, ну, старый кусок, а все на кирпиче. И штук 15 роковок уже, едем дальше. Челюбжанский трофей, подзак. Тоже наш. Рейд мы завершили. 35-й рейд, да. Снялся вот не видеосъемку уже дома. Маленько это. Ну, поехали спонтанно. Камера одна оказалась у меня не заряжена. Ну, я же Вася. Я же быстрее все. А одна от этого, ну вот эта вот, которая бросовка уже от дождя, маленько тоже она подразрядилась. В общем, уже записываю все дома. Тут кадр лезть. Записываю все дома. В общем, мы прекрасно видим, сети в городе есть. Сегодня мы сняли раз, два, три, кусок старый, четыре плюс связка. Короче, сегодня мы сняли
5 сетей рабочих. Один кусочек какой-то. И 12 или 13, сейчас тоже посчитаю, по-моему, 13 роколовок. А, в принципе, итог неплохой. Плохой он только в том, что опять днем ставят сети. Насколько я узнаю, там некоторые говорили, о, ништяк, у Васи лодки на лодочной нет. Ну, кто не знает, что я ее перекрасил. И все, и уже днем прям говорят, тыкают. Лодочка у нас нормально все, так что это аккуратно. На наш канал, делитесь этим видео. Жмите на колокольчик, не давайте на кнопочку подписаться. Ну и комментарий оставьте, естественно, какой-нибудь. До встречи на воде. Устали реально сегодня, устали. Намокли, промокли. Сейчас вот таблеточки ноги попарим. Чаек с малинкой, с медом. Надеюсь, на днях погода говно. Выйдем еще раз. В общем, всем пока, до встречи.